В этих домах на улице Фабрициуса во время Олимпиады жили волонтеры. 3 дома, 160 квартир. Это целый жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Недалеко школа и детский сад. Прямо под окнами уютный зеленый двор и детская площадка. Жилой комплекс, который заселят уже очень скоро, сегодня в очередной раз осмотрел Анатолий Пахомов. Новое место жительства оценивают и врачи. Одну из квартир получил Петр Блинов. В Сочи он приехал из Нижнего Новгорода. Для курорта врач-ангиограф просто находка. В 4-й городской больнице он уже провел более 100 успешных операций на сосудах. Когда я сюда приехал, увидел то, где мне предстоит работать, мне захотелось это делать. Хороший центр, да? Очень хороший. Захотелось это делать. Его надо наполнить действительно хорошими специалистами, что сейчас и происходит. Здравоохранение города Сочи до 2011-2010 года, оно было просто нищим. И, конечно, материально-техническая база была очень убогая. Ну и естественно, что на такой базе делать качественные медицинские услуги не представлялось возможным. Сегодня, после Олимпийских игр, картина резко поменялась. Мы имеем сегодня очень-очень-очень серьезную материально-техническую базу здравоохранения. В новые квартиры врачи планируют заселиться уже в ближайшее время. Тем более, что для жизни здесь есть все. Газ, свет, вода, оборудованная кухня, ванная комната, свежий ремонт. Одним словом, квартиры под ключ. Не останутся без крыши над головой и местные специалисты. Так, в волонтерском доме одну из квартир займет медсестра Татьяна Извекова. В городском здравоохранении она почти 30 лет. Сколько у вас сейчас зарплата? Ну, в среднем 20 тысяч. У вас семья большая? Двое детей, уже взрослые. Ну, конечно, мол, взрослые уже. Ну, сын уже заканчивает институт, тоже будет поступать в медицинский институт. Профессия врача в Сочи становится все более востребованной. Местные специалисты предпочитают оставаться работать в городе. Привлекательным Сочи становится и для иногородних медиков. Еще бы, ведь за последние годы на курорте с нуля построили несколько уникальных больниц. В Красной Поляне, Веселом, Адлере, в центре города и Дагомысе. Они оборудованы не хуже европейских. 15 объектов здравоохранения отремонтировали и переоснастили. И сегодня главная задача, отметил Анатолий Пахомов, качество медицинских услуг должно соответствовать высокому качеству созданной в Сочи материально-технической базы. Задачу будут решать путем повышения престижа профессии, в том числе и за счет материального стимулирования собственных квадратных метров. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.